Доброе утро, дорогие. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня наш клубный день будет посвящен ситуации, сложившейся на российской валюте или с российской валютой. Специальный гость данного клубного дня — Анна Кокарева, наш один из ведущих аналитиков. И давайте мы начнем. Добрый день, дорогие зрители. Вот я уже второй раз провожу в Казани клубный день. В прошлый раз это была тема у нас рынок нефти. Сегодня у нас рубль, да, поговорим о рублевых парах и, в принципе, обо всем, что влияет на отечественную валюту. На мой взгляд, мне кажется, что рублевые пары одни из самых простых для анализа, в отличие от остальных валютных пар, которые вот представлены, по крайней мере, на рынке Форекс. Простота ее заключается еще и в том, что вроде бы это как бы наша валюта, вот, а она близка к нам, и анализировать ее проще, нежели чем, допустим, доллар, евро, там, канадец, австралиец и так далее. Значит, я думаю, что стоит в первую очередь начать с того, перечислить факторы, да, которые у нас влияют на отечественную валюту, да, чтобы дальше мы каждый фактор будем потихонечку разбирать. Значит, один из главных факторов, наверное, к сожалению, один из главных факторов, который влияет на рубль, это стоимость сырья, да, которое Россия экспортирует в другие страны. В первую очередь здесь речь идет о нефти. Вот этот главный вид сырья, который номинирован в долларах США и стоимость которого влияет на рубль. А почему такое серьезное влияние? Потому что доходы бюджета Российской Федерации на 50%, ну, по разным оценкам на 50-60% зависят от доходов от продажи и экспорта нефти и газа. Соответственно, продаем мы за валюту, выручка валютная, и курс для нас важен. Соответственно, в случае падения цен на нефть, компенсация падения стоимости нефти идет вот за счет ослабления национальной валюты. В принципе, такая практика происходит не только в России, еще в ряде стран, чьи бюджеты зависят от нефти. Соответственно, от степени этой зависимости идет то или иное ослабление. Поэтому сейчас вот один из основных факторов – это цены на нефть. Второй фактор, да, который играет роль – это монетарная политика Центробанка. Да? Какую политику проводит Центробанк? В нашем случае Центробанк проводит политику плавающего курса, да, свободного курса и концентрируется на таргетировании инфляции. Третий фактор, который влияет на курс рубля по отношению к иностранным валютам, это непосредственно по отношению к доллару и евро, непосредственно поведение самих валют доллара и евро, да, то есть, соответственно, если доллар у нас чрезмерно укрепляется, естественно, это будет влиять на рубль. То же самое касается евро, да, мы иногда видим, когда пара евро-доллар сильно проседает вниз, мы видим, что рубль начинает ослабевать по отношению к доллару более серьезно, нежели чем к евро, да, потому что евро, в принципе, в паре ослабевает. Вот, наверное, это ключевые факторы, которые оказывают влияние на рубль, по крайней мере, на текущий момент. Вот давайте теперь по каждому фактору поговорим отдельно. Значит, начнем, наверное, да, с нефтяных котировок. Сейчас мы видим, что цены на нефть у нас находятся на достаточно низких уровнях. Это 43,9 доллара за баррель Brent.
Мы видим, что цены на нефть находятся на низком уровне уже достаточно долго. Да, вот с августа месяца можем сказать, что нефть торгуется у нас в диапазоне 40-50, и средняя цена за последние полгода это $48 за баррель. Соответственно, вот эта вот низкая стоимость нефти на текущий момент не дает рублю серьезным образом укрепиться. То есть рубль остается слабым и будет оставаться слабым, пока цены на нефть будут находиться на низких уровнях. Сейчас мы видим, что цены на нефть незначительно снижаются именно сегодня. У нас 4 числа состоится заседание ОПЕК, это плановое заседание. И, в принципе, инвесторы закладывают определенный негатив в котировки нефтяные, так как предполагается, что квота понижаться не будет. В принципе, это было понятно и месяц назад, и 2 недели назад. В целом, глава ОПЕК заявлял, что ОПЕК не собирается уменьшать свою долю, будет бороться за свою долю на рынке. Напомню, что доля сейчас это составляет доля по добыче 40% приходится на ОПЕК. И что если и должно происходить сокращение добычи в мире, то должно оно происходить за счет стран, не входящих в картель. Вот это слова главы ОПЕК, которые наглядно говорят, показывают нам, что в целом вряд ли ОПЕК будет снижать квоту. Ну и в целом здесь снижать квоту не имеет смысла в том плане, что у ОПЕК нет никаких мер административных, да, которыми он может воспользоваться и наказать, например, страны, которые добывают больше, чем положено. Да? То есть мы знаем, что сейчас есть, да, квота в 30 миллионов баррелей в сутки, но она не исполняется, да, допустим, добывают больше, добывают 31,5 миллион баррелей и так далее. И здесь ОПЕК не может ничего предпринять, хотя я считаю, что в качестве каких-то действительно стимулирующих мер для вот стабилизации цен на нефть они могли бы принять какие-то вот такие воспитательные меры, да, какие-то поправки там, в устав ОПЕК и так далее, которые бы предусматривали какого-либо рода наказание административное в отношении стран, да, которые нарушают, да, квоты и так далее, за счет которых нарушается квота. В целом мы предполагаем, что цены на нефть в следующем году они будут оставаться низкими, но все равно должны более-менее стабилизироваться. Должны они стабилизироваться за счет следующих факторов. Первый фактор – это легализация теневых потоков, да, нефти. Сейчас мы знаем, что через Сирию, да, через ИГИЛ идет нелегальная продажа нелегальной нефти в Азию, в Турцию, через Турцию, страны Европы и так далее. Это достаточно существенные объемы. И проблема в том, что эти объемы не отражаются в официальной статистике. Соответственно, если они не отражаются в официальной статистике, то по факту мы видим, что спрос реальный меньше, чем, допустим, до того, как ИГИЛ захватили определенные месторождения и стали в черную продавать нефть. Соответственно, мы делаем какой вывод, и инвесторы делают какой вывод? О том, что спрос на нефть упал. Да, соответственно, идет влияние на стоимость нефти, нефть снижается. Когда эти потоки легализуются, да, статистика у нас поменяется и найдет отражение вот этот тот самый спрос на нефть, который фактически не изменился, наверное, скажем так. Если изменился, то в незначительной степени. И вот эти вещи они должны оказать влияние. Далее, какие факторы? Предполагается, что в целом, да, экономика глобальная в следующем году будет чувствовать себя лучше, нежели чем в этом. И, собственно говоря, этот фактор должен
сыграть определенную роль. Кроме того, в этом году сократились инвестиции в нефтяной сектор. Это означает, что в ряде стран нефтяная отрасль будет либо стоять на месте, либо будет не развиваться, деградировать, то есть будет ограничена добыча и так далее. Соответственно, отсутствие инвестиций в некоторых странах приведет к сокращению добычи, а значит, баланс на рынке, баланс спроса и предложения нормализуется, и, соответственно, это тоже приведет к какой-то стабилизации цен на нефть. Более того, мы видим сейчас, как крупнейшие добытчики, такие как, допустим, Саудовская Аравия, они испытывают уже сами дискомфорт от той политики, которую они проводят на рынке нефти. В частности, мы видим дефицит бюджета в Саудовской Аравии, мы видим, как они вышли впервые на внешний рынок заимствований. В целом видим, как быстро расходуются валютные резервы Саудовской Аравии. Есть, как фонды Саудовской Аравии продают им существенную часть там европейских активов и так далее, чтобы как-то компенсировать вот падение этих резервов. То есть мы понимаем, что Саудовская Аравия, ну, может быть, еще в течение полугода сможет удерживать столь низкие цены и так далее. Мы видим, что сократились инвестиции в Соединенных Штатах, да, в нефтяную отрасль. Видим, что там нестабильная добыча. Да? Одна статистика, один месяц показывает одну неделю, что добыча выросла, другую неделю она показывает, что добыча снизилась. И вот такая нестабильность, она говорит о том, что есть проблемы и в нефтяном секторе в Соединенных Штатах. Пока они не очевидные, вот, но они есть. В итоге все вот эти факторы в совокупности должны привести к некоторой стабилизации нефтяных котировок в следующем году. Но феерических каких-то значений мы не ждем, но предполагаем, что $60 за баррель вполне себе отметка реальная. Да? То есть выше вряд ли, ну вот сюда скорректироваться мы вполне можем. И это будет один из факторов, который поможет и стабилизироваться курсу рубля. Вот это что касается нефтяных котировок. Дальше мы рассмотрим влияние доллара, да, евро непосредственно на рубль как фактора. На текущий момент мы видим, что у нас пара евро-доллар активно снижается. Снижается с середины октября, это если смотреть в коротком, да, промежутке, а в глобальном смысле мы видим, что снижение началось у нас еще весной 2014 года. Соответственно, здесь у нас на чаше весов монетарная политика Евросоюза и монетарная политика ФРС США. Ну, здесь надо сказать, что на мой взгляд, вот на мой непосредственно, на пару евро-доллар, конечно, на ее динамику больше влияют действия, Федрезерва, нежели чем заявление ЕЦБ и так далее. То есть они тоже влияют и так далее, но все-таки, на мой взгляд, ФРС более всегда мощно, так сказать, бьет по паре. Значит, что касается непосредственно доллара, да, мы видим, что сейчас у нас в воздухе повис вопрос по повышению процентной ставки. То есть фактически из заседания в заседание Федрезерв, как обычно, вот ничего не решает, делает какие-то неоднозначные заявления и так далее. И в целом в прошлом месяце рынок был очень настроен на повышение ставки. Это мы видели, как реагировал вот заранее рынок. Вот, но этого не произошло. Да, сейчас
Все ждут, что ставка будет повышаться в декабре, и Джанет Йеллен говорила, что вероятность повышения ставки в декабре увеличивается. Кстати, на этой неделе она будет выступать два раза. По-моему, это будет в среду и в четверг, как-то так. Или она, нет, она выступает два раза за один день. По-моему, все-таки в среду будет. Не буду врать, откройте календарь, посмотрите. Так, как-то меня плохо слышно, да, но я могу его держать в руках, если уж прям. Ага, вот так лучше слышно. Ну, ладно. В общем, я повторюсь о том, что сейчас мы говорим о монетарной политике Федрезерва и о процентной ставке. Будут повышать или не будут? Значит, фактически было закрытое заседание Федрезерва 23 ноября. 23 ноября, где они принимали решение о том, повышать ли учетную ставку и ставку дисконтирования для банков. Но поскольку заседание было закрытое, никаких релизов не публиковалось, но по реакции рынка, да, всегда ведь есть инсайдеры, у кого-то всегда есть инсайдерская информация. И даже если информация не была в публичном доступе, то определенные крупные фонды американские всегда имеют к ней доступ. Но мы видим, что 23 числа никак пара не отреагировала. Никакой не было особой реакции от пары евро-доллар. Это говорит о том, что вряд ли что-то такое произошло, и вряд ли ставки для банков, дисконтирование и учетная ставка были повышены. Соответственно, раз они не были повышены, то вероятность повышения ставки ФРС тоже вряд ли возможна. Да и плюс есть такие факторы, например, как внешний, да, госдолг Соединенных Штатов, когда в крепкой валюте, который в крепкой валюте, платить просто невыгодно. Поэтому на текущий момент вряд ли Соединенные Штаты, вряд ли Федрезерв будет повышать эту ставку в декабре, и все это плавно перенесется на следующий год. Более того, мы видим, как себя ведут центробанки мировые. То есть если бы они готовились активно к повышению ставки Федрезерва, они бы проводили достаточно сдерживающую политику относительно своих национальных валют. Но этого не происходит даже вот в Российской Федерации. Мы видим, что на прошлой неделе Эльвира Набиуллина заявила о том, что размораживаются годовые аукционы РПО в валюте. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Центробанк Российской Федерации на текущий момент не видит каких-то дополнительных рисков для курса, да, и вот разрешает аукционы РПО и не считает, что это приведет к каким-то скачкам, да, курсовым на валютном рынке. Так, тут какие-то у нас комментарии. Ну вот, да, про канадский доллар тут пишет, абсолютно согласна. Всегда есть у кого-то инсайт, у крупного инвестора, он всегда, ну, очень крупного, я имею в виду такие, допустим, там, управляющие дома компаний, как там JP Morgan и так далее, они же тоже имеют позиции и так далее. Вот пишут, что сегодня выступление Джанет Йеллен, значит, сегодня она выступает, и, по-моему, дважды. Обязательно послушайте, посмотрите, что она скажет. По крайней мере, вот у нас на сайте можно будет прочитать вот в новостях Доу Джонса пресс-релиз, да, там всегда есть расшифровка, кто что сказал и так далее. В общем, возвращаемся, да, то есть мы видим, что ничего такого не происходит. Более того, можно будет еще это понять по тому, какие заявления сделает Марио Драги на этой неделе, скажем так. Поэтому в целом каких-то таких факторов, которые... А, если мы посмотрим на макростатистику Соединенных Штатов, она опять-таки неоднородная. То есть есть улучшения, конечно, определенные, вот, но в целом целевые показатели, да, к которым стремится ФРС США, они не достигнуты.
Поэтому я думаю, что ряд членов выскажется все-таки за повышение ставок, но по итогам голосования все проголосуют за то, что еще рано. Вот как-то так. То есть это, соответственно, еще один фактор, который для рубля позитивный, но минус в том, что риски повышения ставки сохраняются, и они переносятся на следующий год. А с другой стороны, мы думаем о том, что поскольку это вот постоянно муссируется из месяца в месяц, ожидания за ожиданиями, то к тому моменту, когда все-таки ставка будет повышена, рынок в значительной степени все это учтет до того, как она будет повышена. И если и будет какой-то рывок со стороны рублевых пар, то он будет относительно небольшой, нежели чем если бы это повышение произошло неожиданно и резко, скажем так. Значит, следующий фактор, к которому я бы перешла, это вот как раз… вот мы не проговорили еще по евро. Что касается евро, то в целом политика ЕЦБ рублю только на руку. Да, все мы знаем, что Европейский Центробанк проводит политику ослабления евро. И здесь для рубля, естественно, это плюс, потому что ослабление евро в определенной степени стабилизирует курс рубля по отношению к данной валюте. Ну, к сожалению, незначительно, но все-таки это влияние есть. Поэтому угроз со стороны политики ЕЦБ никаких нет. То есть здесь мы непосредственно смотрим на политику Федрезерва. Она пока для нас в приоритете. Значит, плюс, что важно сказать, вот это укрепление доллара, да, которое происходит, оно ведь негативно влияет не только на рубль, оно негативно влияет на все сырье, номинированное в долларах. Соответственно, если доллар серьезно проседает, у нас проседают в каком-то там процентном соотношении и цены на нефть. Да, то есть вот эта связка, она есть. Далее мы, наверное, перейдем к следующему фактору, это вот политика монетарная Центробанка. Значит, на текущий момент у нас Центробанк перешел к свободному курсообразованию и таргетированию инфляции. Ну вот таргетирование инфляции в этом году не сильно удалось, да? Все-таки инфляция у нас пока выше 15%, по итогам года обещают, что это будет все-таки 15% или чуть меньше. Они тоже как-то по-разному считают почему-то. А у Минэкономразвития инфляция 13%, у Минфина 15%, а Росстат еще как-то по-третьему считает. Но в итоге, если мы будем сравнивать к 2014 году, мы видим, что инфляция выше 15%. По итогам октября она была 15,7%. По итогам года ожидается вот в районе 15%. В следующем году Центробанк ждет, что инфляция будет в пределах 10%. Это, конечно, много, вот, но лучше, чем 15%. Соответственно, если мы посмотрим последние данные по инфляции, за последние два месяца мы видим, что инфляция у нас сокращается. Соответственно, мы можем сделать вывод, что инфляционные риски сокращаются, а значит, у нас Центробанк может смягчить монетарную политику, что, собственно говоря, и произошло в виде отмены, в виде разморозки годовых аукционов РПО в валюте. Следующий шаг, да, который может произойти, это снижение ставки. Снижение ставки, заседание Центробанка Российской Федерации, если я ничего не путаю, у нас состоится 11 декабря. А то есть оно состоится раньше, чем произойдет у нас заседание ФРС США. Соответственно, вот это тоже будет очень знаковый момент. Если Центробанк понизит ставку, это будет однозначно говорить о том, что ФРС ставку свою повышать не будет. Потому что иначе бы наш регулятор учел бы эти риски, он бы понимал, что они есть и так далее, и так далее.
и в этой ситуации бы на снижение ставки не пошел. Если ставка останется без изменений, то тут еще вопрос, почему она останется без изменений. Потому что помимо рисков со стороны Федрезерва, у нас есть и другие риски, да? То есть это напряженная там геополитическая ситуация, которая влияет на рубль. Это динамика цен на нефть, это в целом экономическая ситуация и так далее. В принципе, инфляционные ожидания. Но как бы, если снижение произойдет ставки, то это будет однозначно говорить о том, что от ФРС ничего серьезного ждать не стоит. Вот тут такой вопрос, откуда наш ЦБ знает про решение ФРС. Ну, я вам так скажу, что нужно понимать, что центробанки мировые, да, на своем уровне они контактируют, да, с монетарными властями, они других стран, да, с монетарными властями торговых партнеров Российской Федерации. Более того, в центробанке есть пул аналитический, да, который проводит мониторинг работы, мониторинг статистики зарубежной определенных стран, в том числе американской. И у них есть более широкий доступ к определенной информации, нежели чем у нас у таких простых земных аналитиков. И, соответственно, они делают определенные выводы, определенные пишут доклады, отчеты руководству Центробанка, на основе которыми, в принципе, руководство Центробанка, хотел сказать, руководствуется, масло масляное, на которое обращает внимание. Поэтому здесь мы можем говорить о том, что Центробанк всегда знает немного больше, вот, чем знаем мы все. Значит, евро, рубль. Почему вырос? Мы поговорим сейчас о том, что вот именно происходит на текущий момент, почему рубль ослабевает и доколе это будет, и когда будет разворот. Сейчас немножечко подождите, я мысль свою закончу. Вот это что касается политики Центробанка. В целом, наверное, еще среди факторов стоит обратить внимание на геополитическую ситуацию. Как она влияет. Вот мы видим, что, например, когда был какой-то у нас было обострение конфликта на Украине, да, рубль реагировал, волатильность была достаточно высокая у рублевых пар. В какой-то момент у нас конфликт украинский, да, санкции и так далее, ушел на второй план. И сейчас у нас на первом плане ситуация вокруг Сирии, ИГИЛ. И так далее, и так далее. И в определенный момент Россия в этой ситуации выступила как бы, ну, скажем, таким героем, что ли, и получила одобрение со стороны там европейских стран и так далее. Обама заявил, что мы являемся конструктивным партнером в борьбе с международным терроризмом. И у нас в этот день тоже была какая реакция рублевых пар, рубль укрепился и так далее. Но как-то это все прошло достаточно мимолетно. То есть здесь нужно сказать, что инвестор, да, он уже как-то адаптировался к постоянному изменению внешнего фона, вот этого геополитического, и что он в последнее время не в пользу России. Поэтому вес этого фактора для рубля, он снизился, скажем так. То есть, в принципе, этот негатив, который происходит геополитически, он уже заложен, вот как со времен украинского конфликта, так вот там он не пребывает в рублевой паре. Если случается какое-то резкое событие, то в моменте рубль реагирует, потом возвращается обратно и так далее. Вот это что касается политического фактора. Значит, что касается текущего курса рубля, что у нас происходит? Сейчас мы видим ослабление, да? Ослабление, которое происходит по нескольким факторам. Первый фактор – это снижение цен на нефть. Второй фактор – это внешние выплаты. Хотя, надо сказать, что валюта для внешних выплат, она уже
была куплена, она была куплена еще, по-моему, в октябре месяце. И вот здесь каких-то новых покупок для выплат не будет происходить. Мы видим это и по графику, потому что если бы они происходили, то динамика валютных пар была бы чуть-чуть другая. Соответственно, но инвестор все равно как бы закладывает этот фактор, да, но закладывает, как правило, инвестор небольшой, да, но совокупность вот этих мелких инвесторов тоже создает определенный фон, определенное влияние. Вот, то есть сейчас у нас основной фактор — это все-таки цены на нефть, это риски до повышения ставки Федрезерва, то есть вот эта совокупность этих факторов, она дает некоторое ослабление. Внешние выплаты, заседание ФРС США, падающие цены на нефть. В целом надо сказать, что если мы посмотрим на историю, да, курса рубля, мы увидим, что перед Новым годом у нас рубль традиционно слабеет. То есть это такое сезонное явление, можно даже так сказать. Потому что обычно в декабре у нас инфляция растет, да, цены немножко подрастают перед Новым годом, все всегда дорожает. Все прекрасно знают, даже на бытовом уровне, да, кто готовится к Новому году, покупает подарки, там, продукты к новогоднему столу и так далее. А повторение декабря 2014 года мы не ждем. Нет для этого причин, нет таких серьезных факторов, которые могли бы сподвигнуть сейчас рубль на обновление локальных максимумов, да, отметки есть там 71 рубль за доллар. А сейчас мы видим, что пара доллар-рубль, она у нас дошла до, вот, до уровня сопротивления. Да, и вот она его проколола даже. Но для нас важно, чтобы она закрепилась, да, за этим уровнем. Если вот у нас следующая свеча открывается выше этого уровня, то тогда мы можем говорить, что уровень у нас пройден, и пара пойдет у нас к следующему уровню. Это вот 69,1, если брать по верхней точке, это 69,2. В целом, я думаю, что это в этом году максимальная будет отметка. И если у нас пара доллар-рубль дойдет до нее в декабре, вот, что вполне вероятно, то с нее и начнется разворот в следующем году. Да, потому что более серьезных каких-то факторов, которые вот пробьют вышестоящие, максимум 71,5, их нет. Для этого нужно либо чтобы что-то произошло, серьезный какой-то форс-мажор в геополитике, либо цены на нефть должны упасть, ну, далеко ниже 40, скажем так, до $35 за баррель. Вот тогда мы сможем увидеть такой полет. По поводу повышения ставки ФРС еще раз скажу, что да, если ставку повысят, будет реакция, но она будет менее значительная, чем могла бы быть. Почему это так? Потому что уже давно ждут повышения этой ставки, и уже эти риски частично они заложены в курс. Поэтому такой серьезной вот реакции, да, там свечки на 5 рублей сразу, ее вряд ли она будет, скажем так. Так, вот тут пишет, что человек, что нефть падает, санкции ужесточаются, банки падают. Воюем в Сирии, самолеты падают, а рубль растет, полный бред. Ну почему же полный бред? Вот посмотрите, у нас ситуация, да, вот Сирия и так далее с падающими самолетами, она ухудшилась когда? Ну, в ноябре месяце, да. И на этом фоне у нас рубль мог бы очень сильно как бы просесть, серьезно. А он очень, видите, очень долго держался. И вот это вот движение, оно фактически за месяц пройдено. То есть вот 60,
4 и 4, да, вот мы дошли до 67. Ну что это такое? 2,5 рубля? Это не серьезно, да? То есть мы можем сказать, что все-таки рубль себя чувствует лучше, чем это было в тот момент, когда принимались санкции, когда был конфликт на Украине. Как бы это странно ни смотрелось. Плюс вы еще закладываете, что поскольку аукционы РПО разморозились, это в некоторой степени тоже влияет, да, потому что повышается спрос на валюту, значит, а спрос на рубль падает. И все-таки мы еще можем отметить, мы видим, как вот движение от свечи к свече увеличивается, что говорит о том, что все-таки тенденция близка у нас к развороту, потому что, как правило, движение увеличивается зачастую на низких объемах. Тут мы, к сожалению, посмотреть этого не можем, но, например, если обратиться к данным Московской биржи, да, по рублевым парам, то там можно будет вот эти динамику по объемам отследить. Да, вот, например, если мы вернемся к концу октября, вот здесь у нас было движение 27 октября, вот оно было очень на низких объемах, вот это резкое движение. Ну, поскольку оно было на низких объемах, мы видим, что произошло на следующий день и в последующие дни, и так далее, и так далее. Поэтому все эти вещи очень быстро отыгрываются. Поэтому, повторюсь, мы к концу года все-таки ждем от рублевых пар дальнейшего ослабления. Вот по паре доллар-рубль до точки 69,2, по паре евро-рубль. Вот, кстати, посмотрите на евро-рубль. Ведь фактически пара находится в боковом движении. Здесь вот в паре евро-рубль вообще наша валюта, она смотрится достаточно сильно. То есть мы видим, что есть в ней определенная сила. Инвестор не заинтересован в каком-то масштабном ослаблении. То есть мы движемся даже вот фактически в канале. Можем вот 4 точки тут построить, и у нас будет канал, да, с двумя границами. Вот это тоже о многом говорит. И поэтому от пары евро-рубль мы и вовсе ждем каких-то более низких значений. То есть я думаю, что в этом году это может быть 72 рубля. Но в каком-то крайнем случае, да, это может быть 74 рубля. И вот с этих отметок 72-74 рубля, я думаю, мы начнем корректироваться вниз, вот, достаточно существенно. Плюс хотелось бы отметить такой фактор. Если вы обратили внимание, сейчас везде пишут, все уже говорят об этом, что вот рубль к концу года упадет, ослабнет, внешние выплаты и так далее. То есть какой-то элемент паники небольшой все-таки присутствует. А вот те, кто на рынке давно, те, кто торгует, прекрасно знают, что если об этом говорят все, то значит тенденция заканчивается, значит уже поздно. А фактически мы здесь можем сделать такой вывод, но если уже все говорят, что рубль упадет там в декабре как-то невероятно, значит, скорее всего, этого не произойдет. Произойдет какое-то обратное движение, поэтому я не удивлюсь, если мы вместо какого-то ослабление, да, существенного к концу декабря увидим наоборот такую ракету вниз. Вот как-то так. Что касается у нас прогнозов на 2016 год. Ну вот, мне давай покажем. Вот динамика рубля сначала года, а вот это динамика нефти. Давай покажем, да. Вот тут мне Володя подает хорошую идею. Вот. Чтобы было просто наглядно, что рубль сильнее находит в более сильной позиции, нежели. Они тебя не слышат, да? Что ну, ты нет, говоришь? Они не слышат. Ты просто сам объяснишь, ты вот то, что объяснишь. Да, просто сейчас мы вам покажем график корреляции рубля
с ценами на нефть, которые нам наглядно продемонстрируют, что на текущий момент рубль у нас в более сильной позиции. Вот, да, это вот как раз и будет еще таким ответом вот тому молодому человеку, который говорил, что все падает, все плохо, вот, а рубль с чего-то будет укрепляться. Значит, что касается следующего года, то в целом мы видим, что экономика Российской Федерации за последние несколько месяцев показывает рост. Он небольшой, там это в рамках 0,2%, но он есть. То есть фактически по итогам 2015 года ждали падения экономики на 4%, на 3,9%. По факту мы получим 3,7%. Да, вот тот самый график. Обратите на него, пожалуйста, внимание. Процентное изменение курса рубля это нефти. Процентное изменение курса рубля к стоимости нефти с начала года. Да, ну, соответственно, мы видим, что у нас рубль вот красненький, нефть зелененькая. А в целом можно обратить внимание, что вот у нас идет. Такой. Да, вот нижний график. Это спред между рублем и. Да, и здесь, да, действительно, мы видим, что рубль крепче у нас, сильнее. Сильнее тенденции, сильнее рынка, сильнее. То есть реакция его на падение цен на нефть, она меньше. Вот, ну. Так, Володь, ты мне верни, что там люди пишут, чтобы я понимала. Ну, чат. Чат, да. Ну, так вот. Соответственно, это как раз и относится к ракете вниз. Российская экономика, темп падения замедляются. То есть мы закроемся на уровне там, 3,7 падения ВВП. И мы видим, что бизнес он адаптировался к текущим условиям работы. И это говорит о том, что в принципе зависимость, да, от каких-то иностранных товаров от курса, она снижается, да, многие крупные предприятия, да, наши там фишки голубые и так далее, они перевели свои резервы и так далее в иные валюты, в азиатские, кто-то в сингапурский доллар, кто-то ушел там в юань и так далее. В целом можно сказать, что сейчас бизнес адаптировался, начала потихоньку работать политика импортозамещения. И антикризисный план, вот он дает свои первые плоды. Конечно, более какую-то серьезную оценку, как это работает, мы можем дать уже, наверное, в середине 2016 года, более полноценную оценку. Но вот этот вот рост, он дает нам понять, что в принципе рубль тоже становится менее уязвимым, да, потому что промышленность у нас адаптировалась и так далее, более-менее адаптировался бюджет. Здесь мы можем говорить о том, что и рубль, да, стал менее зависимый, и мы видим, как это отражается на графике вот соотношение цен на нефть и соотношение курса рубля. То есть рубль сейчас более сильный, нежели чем год назад. Да, пока это такая вот сила не сильно заметная, да, но она все-таки есть. Если она в следующем году будет расти, вот, то у нас курс стабилизируется гораздо быстрее. Соответственно, почему в следующем году мы еще ждем, да, укрепления рубля? Мы ждем, что цены на нефть восстановятся. Почему я вам объяснила, да, по крайней мере, до $60 за баррель мы ждем. Этого достаточно, чтобы, например, пара доллар-рубль вернулась к отметке 60 и 55 рублей. А мы видим, что чтобы пройти это движение,
А много времени не нужно. Вот, посмотрите, как вот у нас начало октября. И вот уже за неделю мы как раз из 66 вот, до 61 и прошли. Да, там у нас был уровень поддержки, который мы не преодолели, вновь пошли туда наверх. Соответственно, вполне шансы очень большие, что рубль будет укрепляться на фоне восстановления экономики российской, на фоне стабилизации цен на нефть. В следующем году мы ждем, что экономика, если упадет, то несущественно, там на 0,2%. Адаптация, вот именно адаптация российского бизнеса, российской промышленности к текущим условиям и постепенный переход на расчеты в национальных валютах, все это будет влиять на курс рубля, давать ему определенную силу. Также стоит отметить, что у нас Центробанк нацелился часть резервов диверсифицировать и перевести в юани. Соответственно, это тоже еще один такой небольшой шаг к снижению зависимости от доллара, да, от евро. И в определенной степени будет давать рублю какую-то такую силу. Поэтому мы ждем в следующем году укрепления рубля по паре доллар-рубль. Это вот отметки 55-58 рублей за доллар. По паре евро, особенно политика в следующем году, ослабление евро будет продолжаться, что тоже будет благотворно влиять на рубль, позиции рубля. Вот мы ждем где-то до отметки хотя бы 64, да, по отношению к евро в следующем году это возможно. Поэтому те, кто сидит в валюте, мы вот вам рекомендуем все-таки дождаться каких-то хаев и уже принимать решение, может быть, частично выйти в рубль и так далее. По крайней мере, покупать ценную валюту стоит уже только после коррекции. Вот тут у нас есть такие вопросы. Что ЦРБ, Центральный банк России, наверное, вы имеете в виду, предлагает за стоимость своей валюты, за свое сырье? Вот, товарищ Трифонов, сформулируйте вопрос грамотно, я на него отвечу, потому что я вот не могу соотнести вот эти склонения, падежи, что вы тут вообще имели в виду. Вот, не хочу вас обидеть, но не совсем непонятно, о чем вы спрашиваете. Так, цены на нефть предсказать невозможно. Ну, согласна, что, конечно, там копейку в копейку предсказать невозможно, плюс разные форс-мажоры, но пытаться сделать это все равно нужно для какого-то понимания. Фундаментально нефти расти не с чего, а падать как расти есть чего. Но здесь я с вами не соглашусь. Да, до $100 расти, правда, не с чего. Вот. Восстановиться там до 80, до 90, ну, реально нет факторов. Но до $60 за баррель, по крайней мере, войти в коридор в $50-$60 за баррель, это вполне возможно. Это тот уровень, который, по крайней мере, погасит этот негатив со стороны добытчиков, который растет и растет. Фундаментальные факторы есть для этого, я их перечисляла. Так, с чего пенсии платить и зарплаты бюджетникам? Ну, с пенсионерами видите, как у нас поступают. Пенсионный возраст собираются повышать, это уже понятно, это неизбежно. Налоги повышаются на малый, на средний бизнес, на частных предпринимателей, да в целом вообще на вот с инициативой выступил Силуанов увеличить налог на доходы свыше 400 тысяч рублей в год. Причем там существенное повышение налогов. В общем, проблемы бюджета будут во многом решаться за счет увеличения налогов не только для населения, но и для бизнеса, а также для крупных отраслей, в том числе и для нефтяников. Мы уже видим, как провели маневр. Что касается зарплат бюджетников, то, к сожалению, вот рядовой бюджетник, там, учитель, врач, просто сотрудник рядовой, госслужащий, они страдают в большей степени, когда кризис, потому что у них и так зарплата копеечная, а в кризис бюджетникам еще зарплаты, премии урезают и так далее. Казино нефтяная в рублях должна расти.
Ну, смотрите, вы должны еще понимать, что на следующий год мы закладываем цены в бюджет $50 за баррель. Это очень достаточно низкая планка, с учетом того, что средняя цена у нас в этом году была где-то $48 за баррель, то это вполне соответствует реальности. Я не думаю, что в следующем году нужно будет каким-то серьезным образом ослабить рубль, чтобы компенсировать потери бюджета. Спрашивают, какие... Ну вот действительно обсуждают повышение налогов на доходы свыше 400 тысяч в год. Вот вчера буквально у нас была конференция с РБК «Татарстан», мы обсуждали этот вопрос. Есть вот такой момент. Но пока это на стадии обсуждения, это еще не принято. Вот, может быть, и не примут, но если активно обсуждают, то, конечно, вероятность этого большая. Так, так вот юмор уже у нас пошел. Так, еще какие-то были вопросы. Если у вас есть еще вопросы, задавайте. Буквально у нас есть несколько минут. Может быть, что-то я рассказала достаточно сумбурно, потому что информации много, все хотелось донести до вас. Может быть, не совсем структурированно представила. Вообще, в целом, поделитесь, мне не понравилось, вам не понравилось, какие у вас есть замечания, буду в будущем над собой работать. Потому что, в принципе, веду подобные семинары крайне редко. Вот. Хочется как-то совершенствоваться в этом плане, чтобы в следующий раз я знала, на что обратить внимание, учесть, что, может быть, рассказать, вот что не стоит рассказать. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Если что, не обижусь. Ну, спорные утверждения – это нормально, потому что у всех своя точка зрения. Все зависит от того, на что вы обращаете внимание. Вот. Я, конечно, не хочу сказать, что вот мое мнение единственное правильное, и все. Конечно, вы имеете право с этим не согласиться. Более того, аналитики ошибаются. Вот, к сожалению, вот, когда мы ошибаемся, нам очень стыдно, вот, потому что все-таки хочется быть авторитетом каким-то для людей, которые читают нашу аналитику, но такое тоже бывает. Поэтому, если вдруг окажусь неправа, в следующем году приеду в Казань, покаюсь перед вами онлайн. Но я надеюсь, что все сбудется. Так, вот по поводу, где можно узнать, кто ведет семинары, по поводу разворотного тренда, точек входа. Вот Володя спрашивает, где можно узнать у вас, кто ведет семинары по поводу разворота тренда, точек входа. Любой семинар по техническому анализу, расписание, наверное, я думаю, можно посмотреть на сайте у нас Альпари. Вот, да, вот Володя подтверждает, да. Заходите на сайт, смотрите расписание семинаров. Вот по техническому анализу не можете посмотреть. Но вот, говорит, аналитики должны рассматривать два варианта как минимум. Ну, конечно, есть вариант форс-мажорный, да, когда сейчас еще какой-нибудь самолет собьют, и где-нибудь война развяжется, сами понимаете, мы сейчас в одном самолете от войны с Турцией, допустим. Если, конечно, случится война, то все эти прогнозы можно будет сложить вчетверо и засунуть, сами понимаете, куда. Но форс-мажор, он всегда случается, и, конечно, мы это подразумеваем. Надо понимать, что в случае экстренной ситуации, естественно, рубль укрепляться не будет. Это и ежу, мне кажется, понятно. Ну, с другой стороны, надо понимать, что у аналитика тоже, он же как борется за репутацию, если у него будет и такой прогноз, и такой, то получается он как бы как уж на сковородке, он и в той ситуации прав, и в этой прав, и вроде бы как ни за что не отвечает. Аналитик, который дает один прогноз, одно какое-то утверждение, это значит, что он готов на себе взять ответственность какую-то за те слова, которые он говорит. Так, ну он пишет, что нормально. Ну, нормально, и слава богу. Нормально. Так, у вас еще... Да, Олег, я стараюсь как бы отвечать за свои прогнозы, и если я не права, я это всегда по факту признаю.
Вот, конечно, неприятно, когда тебе потом по факту носом тыкают. Вот, но а куда деваться? Спрогнозировал, ну вот. Понижение, да, понижение ставки ЦБРЭ в 2016 году возможно, и мы ждем этого понижения. Я думаю, что до 9,5% по итогам 2016 года вполне могут понизить, если будет позволять ситуация. Вот, соответственно, для себя вы делаете вывод просто как граждане, что и ставки по кредитам будут снижаться, и ставки по депозитам тоже. Так, ну вот, в принципе, наверное, все. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за внимание, вот, за то, что задавали вопросы. В целом, относительно похвалили меня. Вот, спасибо вам большое. Вот, надеюсь, в следующий раз в Казань приеду. Вот, снова проведу клубный день. Вот, возможно, опять порублю. Разберем то, что я напрогнозировала вот сейчас, сегодня. Вот, желаю вам хороших торгов, профитов, ну и в целом по жизни, чтобы все было хорошо. Спасибо большое.